Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем развиваться в игре Anno 1404. Так, у нас тут уже посланники 3008-3009 потихонечку прибывают. Так, ну-ка, Аль-Захир, напомни мне, сколько надо? Имейте терпение. Проведены еще не все предварительные приготовления. Так, у нас начнется третий этап. Это у нас леса были, мозаичный пол султанской мечети. И вот это вот задание у меня теперь висит. Я его не могу отменить. Вот, уничтожить игрока, уничтожьте все остальных игроков за 1200 славы и за 2 больших восточных корабля. Ну... Я просто проигнорирую это задание. Пускай оно висит теперь. Так что. Если никак не отреагирует на это Хасан, то и хорошо, и не надо. Не хочу я никого уничтожать. Вот такая цена союза с пиратами, да? Так, ну а мы тем временем... Честная торговля. Давайте посмотрим, чем живут наши кочевники и посланники. Так, всего хватает, а у вас... Поистине, ну, этот город достоин султана. Да, туалетная вода, конечно, просадки дает. Вот их 3 штучки, и они уменьшаются. Так, блин, вот здесь, может быть, сходни нам поставить, а? Придется это перенести. Так, сходни. Так, а что, у нас не хватает чего-то? Нет, всего хватает. А что за значок моргает, что нельзя? Или то, что здесь это... Аллах благословит вас за вашу отзывчивость. Ну-ка давайте корабль отведем в сторону. Позвольте мне немного поддержать вас. Недостаточно строительного материала. Какого? Может, камня мало? Я заберу у тебя то, что мне принадлежит. Да, камня здесь всего 2 штуки. Так. Где у нас есть камень? Кажется, вот здесь мы добываем камень, да. Погнали сюда за камнем. Возьмем. Как всегда, честь для меня. 3025 посланников. Так, я не знаю, больше пока нету смысла. О, и по жемчугу просадки пошли. Так. А по жемчугу у нас прошли просадки. Самого жемчуга нету. А, жемчуг есть сам. А что для него еще надо? Вот, подлинная любовь к ближнему. То есть мало вот этих мастерских, да? Жемчуга хватает, а мастерских мало, да? Я с радостью вас выручу. Давайте еще одну поставим жемчужную мастерскую. Так. Бирюльня.
Мне, кстати, подсказали, что я здесь не дописал кое-что. Так, это медь на восточный остров. Нет, мне нужен маршрут. Блин, а кто у нас возит эти? Вот. Ковры и кварц на восточный остров. Ковры, кварц и туалетная вода. Ага. Аж два раза. Я здесь специально сократил, что не влазит. Ковры, кварц. Тогда вот так вот. И туалетная вода. Вод. Туал вод. Пойдет. Туал вод. Так, здесь мы загружаем кварц, там выгружаем. Отличная сделка. Вот человек в моем вкусе. Да, оба задействованы рудника кварца. Тогда ладно. Хорошая сделка всегда меня... Салям алейкум. Да ладно. Камень. Мне нужен камень. Твое золото у меня будет в надежных руках. Что бы я без тебя делал? Одно из ваших предприятий не производит больше. Хорошая сделка всегда меня радует. Так, вот теперь мы можем сходни делать, да? О! Аллах благословит вас за вашу отзывчивость. Так. Цирюльня. 1/2. Роз не хватает. Да, роз нету. Еще розы надо. Ну, если я больше ничем не могу быть полезен. Кстати, также подсказали вот здесь, вот я забыл. Да, по пятому полю поставить. Так, и кажется вот это, да. Тоже 4 площадки всего. Вот так. Здесь нормально. Эти финиковые-то плантации... Сколько их здесь? 1, 2, 3, 4. Надо еще парочку поставить. Еще парочку и еще одну мастерскую. Домник роз. Так, ну пока так. А дальше уже посмотрим сейчас. Куда эти 6... полей воткнуть. 1. Это была отличная сделка. 2, 3, 4, 5, 6. Я, конечно, молодец. А подходить как к этому зданию? Так,
А сюда влезет? Не, сюда не влезет. Ёлы-палы. Так, и вот так. И как только не крутись, не размещу я здесь 6 плантаций, блин. Если только вот здесь... Это мне нравится! И Норию ставить еще одну. Мелкую. У одного из других игроков бушует чума. Вот так-то. Ну да, почему нет? А почему, собственно, и нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Производство пришло в упадок. Так, малую норию здесь организуем. Таким образом. Я с радостью вас выручу. Поэта нашего чума нарисовалась. Так, есть. И еще одну цирюльню тогда мы сможем поставить. Угу. Так, вроде все. 3025 посланников. Все, жемчуг никак не налаживается. Позвольте, да? Мне немного поддержать вас. Здесь есть, тут есть. Неужели еще одну нужно ставить? Не справляются они, смотри-ка. Давайте еще одну поставим. На острове одного из других игроков разыгралась буря. Так вот вести или вот эту подвинуть немножко. Не будем ничего уже двигать. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Производство пришло в упадок. Это не у меня буря. О, здесь и чума. Еще вдобавок. Было решено доверить это поручение вам. Потопите 2 военных корабля. Мои корабли огрызками обозвали. Стоит ли на огрызках это делать? Давайте. Разомнем огрызки. Игра сохранена. Так, ох, их сколько. Честная торговля. 2 военных корабля. Ну, погнали сюда. Я с радостью вас выручу. Он сейчас на мои может нападать, наверное, да? Ну, что за рыба заплыла в наши сети? Один из ваших кораблей будет атакован. Стоять! Он что, до мелкого докопался?
опять монашка будет недовольна, что я задание ассасинов выполняю. Производство пришло в упадок. Так, один есть. И второй. Здесь недалеко. Ох, их здесь два, блин. Два так два. Давайте последнего вот этого. Может тот... Я заберу у тебя то, что мне принадлежит. Ага. Оба развернулись, зараза. Придется с обоими сражаться. По вашему кораблю стреляет враг. На всякий случай в этот переложим. Вы валите сюда. Хоть огрызки, но надо починить их. Давай, пусть три будет. Благо. Годится. Нет, все-таки смотри-ка, тот еще. Потопите два военных корабля. А здесь их четыре по факту. Нам показывают, что его тоже нужно потопить. Ну, в любом случае, пусть пока сюда шурует. А потом к ассасинам сюда, на остров, да? Плохо. Салям алейкум. Как всегда. Как всегда. Честь для тебя. Так, что здесь не так? Ага. Шелка дофигища, и никто не хочет его вывозить. Это мне нравится. А все почему? Потому что, наверное, не достает вот этот рынок. Так, вот это что у нас? Ковровая мастерская, которую я бы передвинул чуток, да? Для того, чтобы расположить здесь еще один рынок. Восточный. Ваших... Нет такого проекта, который был бы не подвластен вам. Так, а если я его расположу? Буря уже прошла. Ресурсы эти, интересно, пропали? Скорее всего. Так, и ковровую мастерскую Аллах нам теперь вас за вашу отзывчивость. Нужно где-то поставить. Вот здесь, например. Почему нет? Почему бы, собственно, твое золото и нет. У меня будет в надежных руках. Так, ну что вы тут? Все починились? Нет, еще вот этот чинится. Это была отличная сделка. Так, а ты там не хулиганишь? Вроде нет. Блин, он корабль этот... Месторождение сырья почти истощилось. Корабль этот ко мне идет. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Вражеские корабли замечены в ваших территориальных водах. Давай-ка его грохнем.
раз он замечен. Салам алейкум. Куда? Куда? Ваших кораблей попал под обстрел. Вот зараза такой, а. Ну, что за рыба заплыла в наши сети? Где там наши эти? Честная торговля. Гадёныш. А он у меня курсирует отсюда, отсюда. Его некому починить, да? Так, что здесь? Ну, если я больше ничем не могу быть полезен... Давайте вот здесь ремонтный кран поставим, если получится. А чё так? О! Где он? Вот он, наш подбитый. Идёт. Он здесь будет ремонтироваться. Чёрная смерть распространяется. Увилли. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Отличная сделка. Так, ну да, вот на этот остров нужно привезти все эти артефакты. Позвольте мне немного поддержать вас. Так, а вот эти тогда двое пусть идут ремонтироваться. Так, а тут у меня есть ремонтный кран? Тут у меня есть ремонтный кран. Хорошо, с этим ладно. Сохранимся. Так, пора посланников, наверное. Игра сохранена. Увеличивать. Что здесь? О, уже почти. Почти туалетной водой обеспечены. Жемчуг нормально. Закрылся вроде. Ну. Так себе. Попробуем все равно еще. Еще наставить хижин. Салам алейкум. Вот так. Это крайне дружелюбно с вашей стороны. Ну, если позвольте мне немного... Так, о, пошло дело. 2057. Нормально. Вот смотрите, баня. Там реально вон кто-то в этой, в бассейне или в шайке, он плещется, купается. Я думал. Думал так. А этот моется под дверями. Под мышками что-то трет. Не, вот мелочи, да, вот такие вот, а все-таки придают они атмосферности. Это мне нравится. Это тебе нравится. Все забито финиками, никто не хочет. Вот так-то. Никто не хочет их обслуживать.
Так. А если поля немножечко по-другому переместить? Нет, не получится. Честная торговля. Все просадки. Все просадки по этим идут. Вот 4 мастерских жемчуга сделали нормально. А надо, значит, 4 мастерских этих, точнее, цирюльни. У нас только 3. Хорошая сделка всегда меня радует. Ну, с другой стороны, вот здесь Нория появилась. Мы можем организовать все это дело. Не можем. Дерево закончилось. Так. Где у меня дровища? Вот здесь, в принципе, есть дрова. Мы можем туда слетать. Чудо произошло. Статуя. Она плачет кровавыми слезами. Производство пришло в упадок. Я с радостью вас выручу. Аллах благословит вас за вашу отзывчивость. Вот сколько пива, смотрите, производится. А? Это была отличная сделка. Так, и, наверное, инструменты не помешали бы. Сколько у нас тут инструментов? Оу. Супер. Производство за инструментами. Пришло в упадок. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Ваша поддержка – огромнейшая честь для меня. А есть ли у нас столько очков? Нет. Прошу прощения за это недоразумение. Ничего, ничего. Так, давайте отдадим вот это. Какие вести принесли вы мне? Придется это перенести. Поэтому вы были избраны. Вам не стыдно? Не. Я же говорю, монашке не понравится. Кто должен стать вашим посланцем смерти? Это мне нравится. Все, больше здесь ничего. О, где дрова есть, оказывается. Ёлы-палы. А ну-ка, давайте-ка дров закинем на тот остров. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Чума у соседей уже позади. Вот человек в моем вкусе. Я с радостью вас выручу. Салям алейкум. Как всегда, честь для меня. Ну а теперь настало время вернуть покой этому священному месту. Так, а ты сюда за инструментами приперся, да? Ну, как-то так. И тоже сюда теперь идешь. Так, я хотел восточный рынок.
где-то здесь ничего установить. Ничего, что было бы мне приятнее. Позвольте мне немного поддержать вас. Получится вот здесь с розами у нас. Будем надеяться, что получится. Два, три, отличная четыре, сделка. Пять, шесть. Да, вполне себе получилось. И еще один розовый питомник. Давайте вот сюда воткнем. Мозаика. Мозаика. По-моему, в этом было. У меня во флагмане. Он как раз сюда идет. Угу. Инструменты. Честная торговля. Так, есть такое дело. Ну, теперь смело можно еще одну. Ну, если я больше ничем не могу быть полезен. Еще одну цирюльню ставить. Ну, требуется розовое масло. А в чем проблема? Есть же одно. Или одну воду он из двух роз производит, что ли? В чем здесь? Почему? Почему восклицательный знак? Здесь вот нету вообще. Ноль. Производство ноль. Почему? Не догоняю я. Теперь можешь всем рассказывать, что Хасан бен Сахид прожег дыру у тебя в кошельке. Здесь идет, здесь 39%. Салям алей. 0%. Как всегда. Честь для меня. Что случилось? Ну, понятно, что роз нету, но одна-то есть тут. Пойму я. Ну, я молодец, конечно, да. Я супер молодец. Два других игрока воюют друг с другом. О! Отличная сделка. Кто бы сомневался, что монашка будет с пиратом воевать. Господь простер над вами десницу свою. Я не пойму, что вот с этой. Ну, что за рыба? Хорошая сделка всегда меня радует. Что с этой цирюльней случилось? Я ее перестрою. Это и была все. Отличная сделка.
Все равно ноль. Позвольте мне немного поддержать вас. Я заберу у тебя то, что мне принадлежит. Аллах благословит вас за вашу отзывчивость. И опять крутится вот эта фигня. Ну, если я больше ничем не могу быть полезен. Или вот эти все расхватывают, ему не достается. Потому что он дальше всех от рынка. Скорее всего. Ага. Чего нет? Мозаики опять нету. Как так? Так, ну-ка за мозаикой погнали. Здесь-то мозаики должно быть. Да, здесь по максимуму. Это мне нравится. Здесь все латунью забито уже. Салям алейкум. Очки. Не успевают, да? Латунь использовать. Вот так-то. Сделаем вот так. Чума у соседей уже позади. Я с радостью вас выручу. Салам алейкум. Так. О, автосохранение. Пускай будет. Игра сохранена. Производство пришло в упадок. Теперь вы посвящены во все тайны нашего зодчества. Теперь можешь всем рассказывать, что Хасан бен Сахид прожег дыру у тебя в кошельке. Вроде норм. О, неужели? Три розы появилось, после этого она перестала моргать. Зря сносил только. Один из игроков открыл новые земли. Да ну. Еще что-то было не колонизировано? Ты ведь здесь за тем, чтобы послушать мою новую оду? Нет, 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 нет. Только нет. Так, а что здесь у нас? Здесь у нас один кварц, один уголь и одно золото, да? Он за углем сюда приперся. Это была отличная сделка. Судя по всему. Ну, остров, да, такой себе. Никакой, можно сказать. Аллах благословит вас за вашу отзывчивость. Так, а что у меня по кофе? Блин, я ж давным-давно сюда тоже все привез, чтобы построить еще одну обжарочную. И благополучно об этом... Ой. Благополучно об этом забыл. У нас мозаику катает туда-сюда. И кофе. 14 кофе повез. Так, плантации. Раз, два, три, четыре. Надо бы
Надо бы еще парочку, наверное. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Мозаику надо, да? Только сейчас с мозаикой корабль ушел. Вернись, я все прощу. Хорошая сделка всегда меня радует. Честная торговля. Достаточно. Что здесь не хватает? Кофе не хватает. Вам не хватает кофе, сэр. Так, а сколько у них полей? 5. Я с радостью вас выручу. Ах ты, зараза. Твое золото у меня будет в надежных руках. Пападос. Тогда вот так. Так, и куда? Сюда. Вот эти пару полей сюда перенести. Представлять интересы империи. Да. Подождите. Нанесите 3 этих. 15-45 оружия нам нужно, да? Запросто. Будем представлять интересы империи. Так. Дорогу не забыть бы. Моя благодарность вам безмерна. Ну, если я больше ничем не могу быть полезен. 87%. Это, наверное, из-за вот этого кусочка, где неплодородная у нас почва, да? Или из-за того, что вот этот, а этот на 83%, да, вот, наверное, из-за этих углов. Хотя здесь тоже углы, наверное, все-таки из-за неплодородной почвы. Честь для меня. Ну, не буду я уже с этим заморачиваться. Хорошая сделка всегда меня радует. Так, 15 оружия. Вот человек в моем вкусе. Давай-ка сгрузи сколько можно сюда. Остальное... Остальное, наверное, на восточный остров мы притарабаним. Так, ты пустой? Вот давай будешь заниматься. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Вот этим делом будешь заниматься. Так, что тут у нас? 3250. Чем дышат? Производство пришло в упадок.
коем-то веке туалетной воды в норме. Жемчуга мало опять. Да что ж вы, жрете его, что ли, елки-палки? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Позвольте мне немного поддержать вас. Это мне нравится. Так. На маршруте корабль. О, как муравейник, смотрите. Кипиш идет. А чем вообще дышат наши дворяне? Давайте посмотрим. У них тут по вину немножечко просадки, немножечко по кожаным камзолам. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. По свечкам, ну, такое себе. Отличная. В общем и целом, сделка. Жить можно. Количество их уменьшается, так что скоро у них... Опа. Вылетело. Вылетело. Зараза. Так. Придется это перенести. 9 минут переиграл, вроде бы восстановился, но единственное, что лорд этот нам задание пока не дает. Вот этот вот. Так, кстати, где-то говорили здесь... А, вот император здесь сидит. Что у него здесь своя еще резиденция. Так, я уже флагман сюда пригнал для того, чтобы оружием загружаться, но... Я боюсь на этот остров уже. У нас все вылеты на нашем основном острове происходят, где столпотворение большое. Вот на восточном сколько играю, ни разу еще пока. Я с радостью вас выручу. Задание пока не дает, это ладно. В общем, здесь немножечко по-другому построил. Эти теперь, видите, 92%. Ну, здесь также 87%. Вот, но и здесь 92% стало, а не 83% или сколько там было, короче. Вот. Зарыт в амбаре пулемет. Так, нужно... Так, по жемчугу просадки. Ну, по жемчугу я вроде... А, нет. Вот здесь надо еще одну жемчужную мастерскую поставить. О. Точно, точно. Салям алейкум. Как всегда, честь для меня. Лорд пока не дает задания. Ну и ладно. Так, что у нас по этим? Позвольте мне немного поддержать. 3250. Давайте. Ну, что за рыба заплыла в нашей сети? Еще. Хижин кочевника наставим. Асанна! Асанна! Это... Так, это у нас малый производство рынок. Пришло в упадок. Вместо восточного пока что здесь стоит, да? Сохранюсь. Буду теперь часто сохраняться. Игра сохранена. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. На всякий случай. Ну, если я больше ничем не могу быть полезен. Ну, если ты мне не хочешь задание давать, то ты мне это ничем. Это мне нравится. Не можешь быть полезен, да. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров.
Вот так как-то. Ну и ждем. Ждем скоро уже, да? Ага, сразу начались просадочки. Ну, хоть по хавке нету просадок. По жемчугу и по туалетной воде. В принципе, если оно прям совсем в ноль уменьшаться не будет, то я вот на такой вариант согласен. Сейчас честная торговля. Дворяне также потребляют там очки и все прочие премудрости. 3,357, а надо 3,480. Прошу прощения. Да. Но сейчас... 3,480 надо. Инструменты и мозаика. Так. 6 инструментов. Гениально. Так, а я сюда зачем? Я сюда за камнем плыл. Для того, чтобы оттарабанить вот на этот остров. А зачем мне здесь камень? А, камень мне нужен был, чтобы вот контору свою улучшить. Потому что один носильщик здесь всего ходит. По двум этим. Хотя, может, он и успевает, но вот тут... Да, должен успевать, да? Производство пришло в упадок. Теоретически. Но хотелось бы в любом случае улучшить все это дело. Производство пришло в упадок. Все только в упадок. 3,444. Ну, еще чуток. Вот кочевники молодцы. Не выпендриваются, никаких им ковров не надо. Никакой туалетной воды. 64-65. Не хотят благоухать. Если я больше ничем не могу быть полезен. Смотри-ка, рост так. Вашего... Во имя Аллаха. О! Вы согласны продолжать строительство? Конечно. Ага. Ага. Ого. Так, ну и что же? Получил новый статус. Я поздравляю вас с таким великолепным городом. Хорошая сделка всегда. Так, ну я надеюсь, потребности не выросли никакие у этих вот. Вроде нет. Слава тебе, Господи. Все, теперь остается... Рабочие покорны. Но ведь так строительство закончить нельзя. Мозаики пока хватает. Инструменты. Надо всего лишь возить инструменты. Твое золото у меня будет в надежных руках. Так. Первый рейс пошел. Буду вручную возить. Так, а никакие новые здания нам не открылись? Часом. Теперь вы посвящены во все тайны нашего зодчества. А ну, в принципе, тут да, тут все уже. Требуется посетитель Ближнего Востока. А я что, еще не... А, ну восточная контора, она же на новом острове строится. Чё я туплю? Надпись же зеленым горела, так что все нормально. Работа на стройке остановилась. Какая жалость. Так, а здесь стекло нужно будет возить. Ну, со стеклом тоже не будет проблем. А вот мозаики, да, меня предупреждали, что ее нужно будет много. Ну, а теперь настало время вернуть покой этому священному месту. Ее действительно будет много. Вот так-то. Вот так-то, Хасан, да. Все, народ, будем на сегодня заканчивать. 3500 посланников есть. 3480, если быть точнее, да? И мы продолжаем строить мечеть. Увидимся в следующей части. Всем удачи
и всем всего